Вместо скрипок и роялей — дрели и перфораторы. Пока студенты на каникулах, в музыкальном колледже звучат другие инструменты. Ремонт начался 30 апреля. Здесь мы меняем полностью освещение, мы меняем пожарную сигнализацию, видеонаблюдение устанавливаем. Кроме проводки, в здании заменят систему вентиляции и все трубы. В каждом классе будет звукоизоляция. Новым обликом смогут похвастаться столовая и концертный зал. К последнему прилагается комната для звукорежиссера. Обновится и спортзал. Изучать культуру без физкультуры нельзя. Чревато проблемами со здоровьем. У них сидячая работа. Они очень много занимаются. Буквально по 5-6 часов они занимаются за инструментами. Для позвоночника это очень большая нагрузка. Ее надо обязательно сбрасывать на уроках физкультуры и спортивных кружках. На масштабную реконструкцию колледжа выделено более 41 миллиона рублей. В республике осуществляется программа ремонта средних учебных заведений. И наш Альметьевский музыкальный колледж вошел в этот список. И поэтому, собственно говоря, помимо Альметьевской еще ремонтируется Казанский музыкальный колледж. Вот нам повезло. И я считаю, это очень достойно для Альметьевска, потому что Юго-Восток Республики обеспечивает музыкантами именно Альметьевский музыкальный колледж. В этом году в рамках национального проекта «Культура» в Татарстане отремонтируют 18 образовательных учреждений. Кроме Альметьевского музыкального колледжа, реконструкцию проведут в 17 детских школах искусств республики. Общий бюджет программы – 580 миллионов рублей, 249 из федерального и 330 из республиканского. Альметьевский музколледж планируют сдать к новому учебному году. 1 сентября в колледж придут 190 студентов, в их числе 63 первокурсника. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.